теперь вновь начните движение, ощущая то, что сейчас есть внутри вас. Мастер-класс для ребят, которые занимаются в театральных и даже фольклорных коллективах Перми и края, проводит художник, перформер и психолог Лора Урванцева. Она учит ребят, как можно услышать музыку тела, причем конкретно головы, шеи, рук. Со стороны это выглядит как свободный танец. Показывает ребятам, как через себя и свое внутреннее «я» можно почувствовать окружающий мир. А это освобождение от телесной закрепощенности. Они у нас на занятиях тоже проходят сценическое движение. Но здесь что-то новое, другие педагоги, любому актеру, пусть даже не профессиональному, любому человеку важно чувствовать свое тело, владеть своим телом, быть раскрепощенным. На сцене не будет зажимов, они будут двигаться на сцене, не будут стоять столбиками. Преподаватели говорят, для ребят, которые на сцене играют пьесы, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, такая методика помогает убрать страх сцены и ощутить свободу действий. Когда долго не бываешь на сцене, то зажим происходит. Так что и у детей, тем более, если они вообще испугаются сцену. Все говорят, что детей до 12 лет лучше не пускать на сцене, да? Вот. Ну, поэтому это как бы расслабляет, приучает к определенным мышцам тела, когда уметь распределять в определенное время, месте, и значимость очень большая. Такой же мастер-класс Лора провела в детском доме номер 3. Сегодня у нее еще два похожих урока, но уже о режиссуре собственного танца в театре-театре и в детском доме номер 2.